вышли на улицу покушать, потому что, ну, время как бы покушать. Я взяла с собой немножко оладушек из дома. Такие вкусные. Они хоть и холодные, но очень вкусные. Так приятно что-то такое вот из дома поесть. Но все равно решили покушать, пойти. На улице, видимо, был дождь, немножко моросит. Люди с зонтами. Такая мокрая погода. В общем, мы идем по улицам. Здесь вот Гайдский парк. Кенсингтон Хай Стрит. А, мы идем по Кенсингтон Хай Стрит. Рядом с Гайдским парком. Так, мы идем на светофор, чтобы перейти на ту сторону. Не, Агафья, мы в парк сейчас не пойдем, там темно. Кстати, смотрите, Гайдский этот парк, в нем нет фонарей практически, он темный. А знаете, почему нет фонарей? Потому что в нем живут дикие животные, птицы разные, там лисы. И если включать свет ночью, то это все будет им как бы мешать их житию, бытию. Поэтому в таком месте диком, потому что Гайдский парк, он большой, и там много диких всяких разных животных, там даже попугаи есть. Кто смотрел мое видео, помнит, что там даже есть попугаи зеленые. Так вот, там не включают свет, чтобы не нарушить житие-бытие этих зверев, зверей. В общем, мы переходим на ту сторону, сейчас что-нибудь покушаем. Смотрите, это паб или что это такое, написано «Зайка». На английские буквы написано «Зайка». Что там написано? Зайка of Kensington. Не знаю, или Заика. А может Заика? Может Заика of Kensington? Indian restaurant. Индийский ресторан. Зайка или Заика? Интересно, как он правильно произносится? Может, это индийский ресторан? Но оно острое. Агафья не сможет кушать острое. А вот это мы находимся с другой стороны этого отеля, в котором мы остановились на втором этаже. То есть там, где я снимала из окна, это вот как раз мы видели эту дорогу. Нашли мы забегаловку. Простую, обычную, где поменьше народу было. Агафья, вот я выбрала то, что, то, из чего есть тут выбирать. Не особенно много. Такие куриные филе с чипсами. Ну и вот такой большой салат с курицей. В общем, это Caesar салат. С курицей, не шницель, а стейк куриный. Надо сказать, что очень много еды. Не знаю, сможем ли мы это съесть все. Агафья смотрит мультик. И ест. В общем, нам приятного аппетита. О, пытаюсь одолеть свой салат. Чувствую, как удав, буду его переваривать еще 2 дня. Хотела показать, смотрите, что. Вот такую травку, знаете? Она по-английски называется lamb's lettuce. То есть, если дословно перевести, будет салат барашки. Ну, овца. Лам, да? Lettuce – это салат. То есть салат барашки. Такое вот маленькое растение. Его, у него выщипывают как бы серединку. Очень вкусный и очень популярный. Именно в зимнее время года, потому что он, как и шпинат, не растет в теплом, как бы, не климате, а вот в теплом сезоне, только ранней весной или же ранней, или же поздней осенью, то есть его сажают, выращивают вот такой вот в Англии. Ну, такое вот растение попадается в салате. Просто хотела сказать об этом. Смотрите, что произошло. Кто-то здесь, не знаю, уронил, не знаю кто. Агафья ноет, хочет мороженое. Агафья, когда будет лето, будем мороженое есть. Сейчас холодно. Так у тебя горлышко заболит, потому что сейчас зима. Сейчас видишь, пол мокрый, потому что дождь капает. Холодно. Когда будет лето, тогда будем есть мороженку, ладно? Хорошо? Новый день, и мы все дела сделали. Агафья, не облизывай курточку. Все, мы все дела сделали. Это второй день нашего пребывания в Лондоне. Вышли из отеля уже, все, выписались, так сказать. И сейчас поедем домой. Тут вот новые жители отеля, а нет, уезжают тоже, как мы уезжаем. Только мы не на машине уезжаем, да? Мы сейчас что, пойдем позавтракать? Сейчас пойдем позавтракаем, да, Агаш? И поедем домой. Дорогие мои подписчики, вы когда-нибудь видели такси Бентли? Я вот первый раз вижу. Представляете, такси Бентли. Даже такое бывает в Лондоне. Фисташками. Фисташковый тортик. Булочку с сыром, с помидорами. Кусочек тирамису.
И вот такой вот, я, честно говоря, не знаю, что это, слоеный какой-то. Он как бы с фетой, с сыром. Ну, посмотрим. Мне очень кажется, он такой вкусненький. Сейчас попробуем. Агафья еще выпросила вот такую вот булочку бегали. Я не знаю, как она по-русски будет. На иврите это бегали. Это пончик. Пончик такой. Ну, ладно. Мы, конечно, все не съедим, мы с собой возьмем. Что у нас долгая дорога еще до дома. Так что этой еды нам не на один прием, а на несколько. А попить мы взяли, смотрите, вот такой йогурт Айран. Я так прочитала тут в ингредиентах. Ну, то есть, это турецкий йогурт. Такой питьевой йогурт, вода тут. И whey products, это из пшеницы, по-моему, делается. Ну, в общем, вот такой Айран. Не знаю, знаете такой напиток? Мне кажется, я где-то его слышала. И взяла еще бутылочку сока из персика. Персиковый сок, разбавленный с водой из концентрата. Ну, вот такой, в общем, у нас завтрак. Сейчас открою. Все, мы почти закончили наше путешествие. Да, Гаш? Ждем поезда. И домой? А куда мы? Мы домой, к Леше, к Мише. Ты соскучилась? В пещере. Последний? В пещере. А, в пещере, да, мы в пещере такой большой. В общем, наше путешествие в Лондон закончилось наконец-то. И мы отправляемся домой. Надеюсь, вам наше видео поездка понравилась, наша болтовня моя. Всем пока. Вон наш поезд. До новых встреч. Пошли, Агафья, пошли.